Восторген вам всем! Сегодня абсолютно в обновках с премьерой ко мне пришли мои частые любимые гости. Это «Время и стекло». Доброе утро. Ну, ребят, я вас сейчас очень попрошу, оператора, ну покажите новые туфли позитива. Он старался сегодня. Он старался, нарядился. Он полгода стеснялся их обуть. Да, наконец-то это произошло. Стесняюсь. Но надеюсь, вы меня поддержите в этом выборе туфлей. Я думаю, здесь должны звучать аплодисменты от Глеба. Первый и последний раз я их одел. Ребята, я знаю, что у вас были сумасшедшие активные выходные. Да. Во-первых, вы были на одной из российских премий музыкального канала. Да. Но я знаю, что вы были номинированы и немножко пролетели. Совсем немножко. Но вообще, нас, вот и когда мы шли по красной дорожке, потом нас брали интервью и говорят: ну вот, Потап же ведущий, вам же все по блату будет, там, естественно. На что мы отвечали, что, ребята, мы сейчас вот даем вам интервью, сзади стоит Лепс, а вот справа там Киркоров нам помахал. Они здороваются с нами. Мы счастливы. Как дела? Как ваша новая, слышали вашу новую песню? Отличный клип. Нашей группе 2 года, и мы счастливы, что мы уже имели честь идти по этой красной дорожке. И победа для нас в этом году, честно говоря, совсем не была важна. Мы только попробовали, а в следующем году мы уже, я думаю, всем докажем. Но номинация в такой премии — это уже круто, поэтому мы уже этому рады. В двух премиях, не в одной, позитив. В двух премиях мы были номинированы на лучший видеоклип «Слеза» и «Прорыв года». Но я знаю, что вы на выходных еще разрывали Майдан, потому что мы выступали на День Киева. Любимый Киев нас тоже разорвал. Спасибо большое всем, кто пришли. У нас был киевский фан-клуб, там, который подарил нам кучу подарков. Мы сфоткались. Спасибо большое. И мы презентовали песню «Короче», кстати. Да. А сегодня мы здесь презентуем «Короче» видеоклип на эту песню. Да, наконец-то. До сих пор не слышала озвучку клипа. До сих пор для меня тоже будет сюрприз. Я ее делал, я даже озвучил тебя там. Да, серьезно? Давайте смотреть. Давайте, вы можете привести сейчас. Премьера! Короче, голосуйте за нас, друзья!